Перепливти річку Дніпро на початку жовтня за будь-якої погоди та температури. Такою метою задався 25-річний дизайнер Максим Шишкін. Сказав і зробив. І тепер живий і здоровий прийшов до нашої студії, аби поділитися досвідом. Приветствую. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, несколько лет не виділись в этой студии, но за твоими успехами можно уже наблюдать и в интернете. Ты стал достаточно известным за несколько дней человеком для жителей Дніпра и нашего региона, и не только. Итак, откуда появилась такая идея взять и переплыть речку Днепр? Ну, не знаю, мне вообще такой вопрос, зачем, откуда. Я заметил, что он возникает, ну, у меня какой-то дискомфорт, и, наверное, потому что надо придумать какие-то красивые там слова или что-то. Я не знаю, просто последние 2 года так получается, что, ну, я так живу. Ну, то есть у меня как бы такая жизнь, что мы путешествуем с женой и дочкой, и путешествовали по Азии. Сейчас мы приехали на некоторое время в Днепр. И везде, где я вижу какие-то локации интересные мне, ну, в основном это связано с природой, я стараюсь их использовать. То есть, ну, мне кажется, что я получаю определенный опыт, ну, при взаимодействии, то есть проживаю какие-то стрессы, может быть, сложные вещи, и тем самым, ну, это меня развивает, и я получаю, может быть, те качества, которые нужны вот по-настоящему там в наше время там мужчине, к примеру. То есть не хочу ходить ни на какие тренинги, потому что там могут чего-то научить непонятному. Вот. А считаю, что такие вот взаимодействия с природой, они максимально органичным способом вот могут воспитывать человека. Ну, это здорово. Итак, какая была температура и воды, и воздуха в этот день? Ой, ну, воздуха я не замерял, точно не знаю. Ну, наверное, градусов 16, может быть, я не знаю. Вот, воды было, наверное, 13, опять-таки. Не было у меня самой задачи, ну, там, измерить какие-то вот, ну, вот, как это сказать, с цифрами, да, работать. У меня такой не было задачи. То есть, было, я помню, у меня еще такая вот мотивация в том, что мой дедушка переплывал Днепр, вот, и мне было интересно, ну, как бы, воссоздать. Повторить. Да, 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 повторить, и вот уже, как бы, а погодя, ну, сколько это, 2 поколения, да, получается, ну, 2-е поколение, и мне интересно было просто ощутить, что он проживал в этот момент, и плюс ко всему мы снимали еще с моими друзьями, с командой вот операторов, мы снимали такую передачу, вот, называется «Давно хотел», это все было в рамках этой передачи, вот, поэтому... Ну, да, собственно говоря, есть фрагменты того, как это происходило. Да. Поэтому давайте вместе посмотрим, а потом перейдем опять к обсуждению. Ну, здорово. Один из главных вопросов – расстояние, время, которое пришлось потратить для того, чтобы с левого, получается, направо переплыть. Да. С левого направо, да? Ну, так живописнее мне показалось. Откуда стартовал? Стартовал, ну, Солнечный, если я не ошибаюсь, да, массив. Там, где фонтаны, вот свадьба. Свадьбы играют. Ну, расстояние, я так по Google картам смотрел, 1400 метров. По времени заняло, мы опять-таки не засекали, но я думаю, где-то 41-45 минут, где-то так, ну, вот в этом промежутке. Насколько сейчас грязный Днепр? Поскольку вот в соцсетях и фотографии уже и со спутника, и с вертолетов, где все в, ну, просто в зеленом, изумрудном цвете, как пишут. То есть что тебе мешало? Коряги, водоросли? Возможно, видел затонувшие корабли с богатствами? Наверное, просто Днепр настолько... нечистый, что я вообще ничего не видел, даже просто загребаю руку, я уже ее не вижу конца. Ну, не знаю, тело мне никак не сказало, насколько он там опасен, то есть, слава богу, уже прошло сколько там дня, 3-4, все нормально, все в порядке, никаких осложнений, никак там бактериальных каких-то, ни термальных нет. Поэтому так все хорошо. Конечно же, я еще помню года, сколько там,
4 или 3 назад, когда я ходил регулярно на Монастырский остров закаливаться, то я еще помню, застал такое явление, как огромные кучи пены просто, в которых я демонстративно тогда еще повалялся, потому что, ну, тогда хотел сделать такой акт, типа, там, ребят, посмотрите, что у нас происходит. Вот, ну, конечно же, грязный, да, ну, опять-таки, я не был здесь 2 года, но, ну, сложно как-то оценить, но не чисто это точно. Если говорить о этом промежутке 2 года, достаточно знаковые для тебя 2 года, то есть... Появилась дочка, правильно, да? Или она появилась? Ну, она еще, да, она еще здесь появилась. Она появилась еще здесь, да. Но, собственно говоря, было принято решение уехать с семьей в теплые края. То есть, вот насколько удалось и почему было такое решение, собственно говоря, принято? Ну, может быть, не прямо вот уехать в какие-то края. Нам хотелось просто чего-то менять, ну, то есть сдвинуться. Потому что, ну, я думаю, у каждого есть такое желание, да, что вот-вот когда-то настанет тот момент, когда, вот, а этого не происходит. Вот я решил сделать себе такой пинок и выехать со своей семьей. Соответственно, как бы у меня встал вопрос такой экологии, потому что, опять-таки, в городе у нас экология не очень, и когда мы выходили с дочкой гулять, ну, с коляской с утра был смог, и я не хотел, чтобы просто она, ну, как бы это впитывала. Отчасти это было, ну, этим продиктовано. И мы не то чтобы мы жили в одном месте, мы путешествовали. Мы жили по полгода в каждой стране, в разной. Вот, и тем самым мы изучали мир, изучали культуру, то есть, ну, росли как-то вот многогранно. Я знаю, что ты, ну, по крайней мере, 2 года назад точно был сыроедом, и 9-й канал, собственно говоря, о фестивале «Свеж», да, много материалов показывал. Ты был один из организаторов. Вот скажи, привычка осталась или все-таки благодаря тому, что путешествовал, пришлось изменить сыроедение? Я с сыроеда стал, ну, я не знаю, как, я сейчас уже не хочу себя клеймовать, но, наверное, больше как вегетарианец, веган, да, там, то есть, ну, мясо, там, яйца я не кушаю, вот, но, как бы, это все произошло очень органично, и я никогда не был особо фанатиком, то есть, не был приверженцем вот какого-то там типа питания, я, ну, старался, чтобы это было комфортно мне, и даже в какой-то момент я просто, ну, решил переосмыслить, попробовать, ну, другой опыт. То есть я ни на чем не привязан, поэтому, конечно же, остались такие привычки, как все-таки, ну, выбор той или иной пищи, то есть по качеству, то есть уже есть какие-то определенные знания, какая бывает там искусственная, да, там натуральная пища. То есть в этом плане, конечно, мы все это отбираем для себя. Если говорить о здоровом образе жизни, то некоторые настолько его навязчиво рекламируют, можно по большому счету назвать это даже сектантством. Ну да. Вот как ты к этому относишься на самом деле? Ну, я ровно отношусь нехорошо как к пропаганде какой-то жесткой, как, ну, например, там ЗОЖа, так и чего-то плохого, ну, там, не ЗОЖа, например, алкоголя. То есть я равно, потому что для меня это все одно и то же. Это, ну, это вызывает какие-то излишние эмоции у людей, а это не надо. Надо, мне кажется, просто жить в кайф прежде всего самому себе, а это дальше как камень, да, там вот эти вот волны по воде, оно будет распространяться на людей, то есть люди будут смотреть и думать, что, ой, классно, парень там или девушка живет круто, хочу так же. А что, какими инструментами он этого добивается, ну, это уже дело каждого. Соответственно, даже вот этот заплыв, ну, я удивлен, ну, как, не то, что удивлен, конечно, я не буду лукавить, я знал, что поднимется какой-то информационный повод, но я никого не приглашал, потому что, ну, не хотел. Так получилось, что потом вот все так получилось, вот. И я всего-навсего хотел просто, наверное, на личном примере показать, что, ну, вот если есть желание, да, там вот, или там мечта когда-то была переплыть Днепр, вот, пожалуйста, все в твоих руках, можно идти и это делать. Но предварительно, конечно, надо все это продумывать, подготавливаться, и у меня безопасность стояла на, ну, одном из первых мест. Достаточно большим стимулятором к тому, чтобы с левого берега доплыть до правого. Ты видел, кому ты плывешь? Расскажи, ну, кому ты плыл? Ну, конечно. Ну, это, я думаю, со второй половины Днепра, когда я уже видел, кто стоит на том берегу. Конечно, там стояла моя жена с дочкой, и мои родители там стояли, друзья мои все стояли там. И, ну, естественно, это все помогало, потому что на первой половине дистанции еще, ну, был такой вот заряд силы, была какая-то концентрация на дыхании, потому что я до этого тренировался и дышал не совсем правильно, дышал ртом, и у меня там было несколько дней температура, то есть нехорошо было. Я этого осознал. То есть была какая-то концентрация на технике. Потом, когда я уже первую половину проплыл, понимаю, что техника уже как я, ну, как робот, как-то на автоматом все работает. Ну, и надо было чем-то мозг свой занять. И, конечно, я уже просто смотрел прямо, видел, как там уже все стоят, ждут.
круто очень мне помогло это. Если говорить о том, 1400 приблизительно ты проплыл, и если бы сказали, ну, а еще так сдвигаем берег метров на 300, на 400, смог бы? Мои границы, естественно, пока что еще ограничены, ну, да, как физически, как человека, там, вот, морожение, либо там силы, вот, но я думаю, что обратно, наверное, можно было бы проплыть, то есть, опять-таки, у меня не было этой цели, но если так подумать, наверное, можно было бы. Ты сказал, что в свое время дед решил переплыть. В каком году это приблизительно было, если тебе известна эта история? И где он переплывал Днепр? К стыду моему вообще ничего не знаю, честно. Это просто, ну, деда уже, к сожалению, нет в живых, и это только сохранилось как, ну, наверное, легенда вот там от моей мамы, ну, рассказ. Вот, и, ну, опять-таки, я не сильно заморачиваюсь на цифрах, то есть мне, ну, важен сам посыл і, ну, прожитий опыт. От я це ціню. Дякую, що знайшов змогу і завітав до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях був 25-річний дизайнер Максим Шишкін. Людина, яка зробила маленьке диво. З лівого на правий берег Дніпра переплила і прийшла, поділилася думками, що вона з цього приводу думає. Ну, а ми рухаємось далі.